Любовь одной женщины и волшебника. Сказка. Эта сказка непростая. Она гипнотическая, волшебная. Вы можете ее слушать, можете не слушать, как хотите. Но вы уже знаете. Слушайте себе, слушайте, а ваши желания уже исполняются. Итак, эта история произошла в одной далекой-далекой стране, у самых синих-синих гор. Почему у синих-синих? Потому что только там всегда происходят всякие волшебные истории. Впрочем, эта история могла произойти бы и на планете другой цивилизации, а могла бы даже и на улицах далекого села, где угодно, где есть волшебники. Скажем, в Москве. Ведь есть же, наверное, тут волшебники. По улицам Москвы шла женщина. Она несла в себе магнит притяжения. Очень светловолосая, с ярко накрашенными, потрясающе красивыми глазами, с улыбкой, таящей в себе стеснение от того, что она магнит, на идеально красивых губах. В немодельной ее походке было то же, что и в улыбке. Она несла себя на высоких каблуках, слегка опустив голову, стройно, но все-таки словно стеснялась восхищенных глаз. И все же ее женский магнит дразнил. Вы же видите мои необыкновенно стройные ноги. Икра начиналась от самых пяток и заканчивалась почти у колен. И черные колготочки не случайно. Скрываю, но и маню. И длинный неярко-белый шарф манил, но тоже словно стесняясь. Одним словом, ее можно было бы не заметить. Она не кричала собой, но излучала. Да, действительно излучала, потому что что-то еще неуловимое струило ее свет. Может быть, поиск любви? И надо же было такому случиться, что в толпе ей навстречу шел волшебник. Она заметила его сразу. Невысокий, черноволосый, с необыкновенными глазами, очень умного человека, не худощавый. И он тоже нес себе магнит. Магнит тоже отражался в его внешности, уверенной походке сильного и внутренне сосредоточенного человека, в его одежде, интеллигентно безупречной, как раз по ее вкусу, но вполне простой. Галстука на нем не было, был пиджак и водолазка. И был он неотразим. Неотразим своим внутренним светом силы, цельности, уверенности и притяжения. И они, эти оба, могли бы пройти мимо друг друга, как проходят миллионы. Ведь снующие мимо них люди мешают прямому попаданию двух полюсов. Но ведь он же был волшебник. Индикатор души его сработал сразу. Внутренние лампочки заморгали. Хоть и не дрогнуло внешнем лице его ничто.
взгляд отметил, душа потянула, и заструился свет. Он почувствовал, как она маняще дразнит, но таит. Я, кажется, боюсь. А это то, что ему как раз и интересно. И они остановились, как и бывает в сказке. Глаза в глаза, сердце в сердце. А что еще нужно? Не правда ли? И все ясно. И им, и нам свершилось чудо попадания, встречи. Впрочем, он волшебник. Он знал, что это будет. То есть будет все желаемое. Вот такая вот история произошла, то ли в далекой-далекой стране, то ли близко.